Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саша Черно ревнует Осифа Оганесяна к Майе Донцовой. Майя же пишет, что она не рассматривает его для отношений. Оганесян оправдывается перед Сашей. «К Майе я не испытываю симпатии, и кроме танца между нами ничего не может быть». С помощью журнала «Дом-2» Майя решила разыскать своего родного отца. В журнале опубликовали всю имеющуюся информацию о мужчине и телефон для связи. На проекте новые правила. Теперь каждую неделю на «Дом-2» будут приходить сразу по 4 участника, а в субботу на ток-шоу двух самых неактивных ребят будут отправлять за ворота. Итак, четверка новеньких участников. Это Андрей из Сибири. Он пришел к Марии к окну. Он работает менеджером по туризму. В деревне у него есть дом, лошадь и корова. Он будет рад привезти туда Машу. Алла Грибова приехала из Краснодара к Петру Шепелю. Она считает, что Вера Курочка ему не подходит, им скучно вдвоем. Петр отшил Аллу в грубой форме и попросил не беспокоить его пару. Кристина Ослина написала про новенькую Аллу. Она огонь баба, видит цель, не видит препятствий. А еще у нее шикарная шевелюра, как у Рапунцель. Максим из Рязани приехал к Майе Донцовой, он фотограф. Эрнест Птак из Зеленогорска. Парень тоже пришел на проект к Майе. Маша Кахно временно ушла с проекта. «Сегодня мне вырвали волосы и облили кипятком», – написала она в своем микроблоге. «Все печально». Предположительно, на Кахно напала Юлия Ефременкова. В недавнем эфире Ксения Бородина вскрыла измену одного из участников. Перед тем, как отправиться на Сейшелы к Валерии Фрост, Захар Соленко заигрывал с Майей Донцовой. Майя охотно приняла Соленко в своей постели. Изменой Лере свой поступок Соленко не считает. Он убежден, что во всем виновата сама Майя. Источник, который заслуживает доверия, сообщает, что Иван Барзиков и Лиза Полыгалова уже помирились. Ребята снова подписались друг на друга в Инстаграм и публикуют жизнерадостные посты. Но они не приняли еще решение о том, будут ли возвращаться на телепроект. Влад Кадони занялся лечением зубов. «Я практически заново учусь улыбаться», – пишет он, – «потому как за последние 6 лет практически отвык это делать». Нельзя не заметить, насколько Влад стал похож на свою маму Елену Голунову. Егор Халявин рассказал о том, кто оплачивает все его расходы по превращению в Кена. Он делает операции чуть ли не каждый месяц, очень сильно изменился. Все его расходы оплачивает американская продюсерская компания. «Не могу разглашать размер оплаты своего труда», – пишет Халявин. «Скажу так, все, что происходит в моей жизни, оплачивается. Жилье, передвижение на машине с водителем, операции – за все платит продюсерский центр. Также я получил отдельную сумму за подписание контракта. Каждый месяц мне выдается фиксированная зарплата. За операции я тоже получаю гонорар, и он растет с каждым разом». Элла Трегубенко получила разрешение от своего пластического хирурга ходить без компрессионного белья, и она сразу же продемонстрировала свою грудь фанатам. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.